Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина ОКей. На самом деле мы туда ездим очень-очень редко, но мужу этот магазин был по пути, Лента не по пути, поэтому он туда заехал и, соответственно, сделал совсем небольшую закупку. Чек у меня будет, как всегда, в конце видео. В этот раз чек будет печатный, потому что у меня нет приложения ОКей, да, я не могу отследить покупки. В Питере очень-очень жарко, вот, и... Давайте вам покажу закупку. В принципе, попросила я его там купить, ну так, по мелочи, картошку, мне нужен был сахар, потому что уже пошли ягоды, в общем, всякое такое. И в итоге сейчас покажу, что получилось. Вот такая закупка получилась у моего мужа. Мяса здесь нет, мясо мы сейчас в местной лавочке берем. Вот, купил сыр, потому что я, ну, что-то из него все время делаю. Вот такой. Вот такой. Сейчас все буду убирать в холодильник, потому что жарко. Вот такой сырок. Видите, даже стерлась этикетка. Вот. И вот такой сыр. Вот. Колбасу. Это холодный борщ. Видите, все запотело, потому что жарко, душно у нас. Это на холодный борщ буду делать. Ну, или окрошку, потому что муж и квас купил, и свеклу мне купил. Так что посмотрим, может, и то сделаю. Дальше здесь у меня вот такую колбаску он купил. Не знаю, мы такую не пробовали на пробу. Селедочку. Не знаю, что-то, наверное, захотелось мужу. Вот. Сосиски, две упаковки. Сосиски в тесте делаю, в общем, на пиццу, на все подряд, в общем. Хотя сейчас особо неохота, но на мангале иногда мы их можем пожарить. Там, если мясо какое-то жарим, сосисочки туда тоже. Соответственно, кетчуп вот такой томатный. И вот этот соус терияки. Очень люблю вот этот соус терияки от Махеев. В нем можно и мариновать, и просто есть. Вообще, куриную грудку особенно очень хорошо в нем мариновать. Она получается сочная, вообще обалденная. Мне очень нравится. Вот, немножко молочки, из молочки только молоко, и вот такие взбитые сливки, сейчас у нас вовсю идет клубника, соответственно, мы захотели клубнику со взбитыми сливками поесть, вот, очень вкусно же, да? Поэтому попросила его, он купил. Масло Вкуснотеево, и давайте по напиткам сразу пройдемся, купил он у меня бутылочку, что это такое? Это, по-моему, это пиво такое, Василеостровская пивоварня, кстати, очень вкусно, я как-то давно-давно покупала в Ленте. Вот, но сейчас в Ленте из-за того, что играют в футбол, нельзя ничего в стекле покупать, поэтому, ну, вот, муж увидел, видно, решил купить. Это вообще пиво, оно обалденно вкусное, вот это Василеостровской пивоварни, просто супер. Вот, сок любимый, гранатовый, я его люблю, квас вот этот лидский, самый, наверное, лучший квас, реально, девочки, очень вкусный, вот муж его купил. Может быть, на окрошку или так выпьем, посмотрим. В общем, вот такой лимонад купил, вот такой, ну, такой, наверное, вообще химозный вот этот оранж. Пепси, черри, да, которая. И вот смотрите, он увидел вот эти лимонады, я их очень люблю, черноголовка. Смотрите, это просто лимонад, а вот здесь вот это в стекле, вот такой имбирный. Вот, имбирь-лимон бодрит и тонизирует. Вот такой мы еще не пробовали ни разу, обязательно попробуем, видите, новинка. Так, хлебобулочные изделия. Вот такие, такой хлеб купил, хлебный дом. Очень прикольно сухарики из него делать. Ну, не сухарики, гренки в духовке. Вот такой еще багет. Вот, но он такой, правда, жестковатый. Но когда жесткая вот такая булка, я ее разогреваю в духовке, получается тогда мягенькая. Так, вот такой хлеб. Это фазер, наверное, да? Да, это фазер. Вот, зерна, микс. И обычный столовый хлеб. Дальше куча-куча вкусностей. Муж, наверное, был голодный. Наверное, точно. Твиксы вот такие, большие сникерсы, конечно же, их любимые чипсы, баранки вот такие с маком. Кстати, баранки вот, тоже очень люблю. Баранки очень вкусно с молоком пить. Да, вот. У меня молоко вот такое, мы обычно его в кофе добавляем. Я очень редко молоко пью. Сушки вот такие мини. И вот сахар. Я его попросила. Сахарную пудру. У меня просто закончилось. Ну, всякие десерты, да, какие-то сделать. Можно же сделать что-то с клубникой. В общем, посмотрим. И сахар как раз-таки. Вот, перетереть клубничку с сахаром и заморозить. Вообще будет супер. Так что он купил 3 килограмма. Вот. И фрукты, овощи немножко прошелся. Бананы вот такие купил. Вот, лимоны, это я делаю домашний лимонад, без лимонов вообще никуда, тут чеки я не понимаю, если честно, тут, наверное, склеилось кило
28 с мяткой, вообще супер. И он мне купил лайм. Я тоже ему говорила, что, знаете, этот мохито домашний сделать. Ну, безалкогольный, да. Вот, так что такой. И здесь еще взял нектарины он у меня. Вот такие яблоки. Хотя я местным покупаю сейчас в магазинчике, но все равно решил взять, чтобы в жару никуда не ехать уже. И вот такие персики. Дальше взял огурцы. У меня в теплице огурцы еще не начались. Они у меня еще вот такие только маленькие. То есть еще, может быть, ну, недельку я начну свои огурцы кушать. Помидоры, соответственно, тоже еще зеленые висят. Вот, ну, то есть маленькие еще они, да. Поэтому он мне купил, а на холодный борщ нужны огурцы. Вот, и перец, грунтовой перец у меня вообще только-только завязался, он вот такой вот маленький, поэтому он мне купил перчик, вот, ну, что-нибудь тоже вкусненькое с ним сделаю. Овощи вообще сейчас в жару, и фрукты у нас уходят на ура. И здесь еще вот такую леечку, это для шланга поливать огород, у нас сломалась, вот, купил, и, точнее, у нас не сломалась, просто у нас, получается, два шланга, в общем, я не знаю, короче, купил, надо ему. Вот, картошку вот такую купил. Это что за картошка? Ранний импортный. Вот, лук репчатый и как раз свекла. Урожай 21-й. И да, цены, конечно, не очень. Вот, но на холодный борщ как раз будет отлично. Да или просто отварить. У меня свекла, соответственно, вообще еще такая прям малюсенькая-малюсенькая там сидит у грядки. Поэтому покупное пока все. Вот, так что вот такая вот получилась закупка, и сейчас покажу вам чек.